Феноменальный вратарь. Нарушение правил. Вот туда нарушение. Да, никогда Майкла Оливера не назовут арбитром, который находится на ставке у Манчестер Юнайтед. Это оказывает дальнейшее давление на арбитра, очевидно, не следует. То, что сейчас Димари решение, имеет легкий оттенок скандальности. Ну а что здесь было действительно? Давайте еще раз посмотрим. Вот Рэмзи пытается преследовать Димарию. Ну и показывает дальнейшее давление на арбитра, очевидно, не следует. То, что сейчас Димари...